вкусно, нет? Очень. Обалденно. Нравится? Да. Вот что больше всего? Плов. Плов, да? Да. Вообще отлично? Отлично. Вообще. Как дома, да? В полевых условиях, так, как есть. Дома. 27-17. Находясь в тыловом базовом районе, нашими основными задачами является подвоз всех видов материальных средств частей и подразделений воздушно-десантных войск, включающих в себя такие виды, как боеприпасы, горючее, вещевое, продовольствие и медицинское имущество и другие запасы материальных средств. Для выполнения этих задач подразделения тыла воздушно-десантных войск обеспечены современными образцами военной специальной техники. В данном районе созданы все условия для комфортного проживания личного состава в полевых условиях и выполнения любых поставленных задач по предназначению. В нашей столовой организовано трехразовое горячее питание с выпечкой свежего хлеба. Сегодня на обед у нас щи полевые, консервы мясные с рисовой кашей, чай и плюс дополнительное питание. Для поддержания внешнего вида военнослужащего создан так называемый уголок бытового обслуживания. Есть все необходимое для приведения внешнего вида, как форменного, так и непосредственно подстрижки и тому подобное, где сосредоточены лоскутный материал для ремонта одежды, иголки, нитки, утюг и тому подобное. Это, соответственно, подстригальная машинка и все-все самое необходимое, что может понадобиться военнослужащему в полевых условиях.